готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто? Что ты орешь? Ты не снимаешь видосы на YouTube? Снимаю. Лицо знакомое. Гитара. У меня да. У меня нет. Ты красишь волосы или у тебя натуральный цвет? Настоящий. Круто, я бы тоже хотел. Быть рыжим? Гитару. Четко. Ты знаешь, кто я? Кто ты? Мафиозник. Привет, мой дорогой друг. Меня зовут Алик. И я очень рад, что ты находишься сейчас со мной. И ты попал на 18-й выпуск чат-рулетки. И сегодня я расскажу тебе, что нужно сделать, чтобы довести девушек до вот такого состояния. Вот с этого момента попал, друг. Еще я хочу тебе показать вот эту девушку, она очень красивая. А в конце, по традиции, мой друг, тебя ждет финальный босс, причем с очень хорошей фантазией. Я понимаю, вы в шоке, многие мужчины не могут сдержать слез, общаясь со мной, это нормально. Обязательно досмотреть этот ролик до конца. Перед тем, как начать этот выпуск, я бы хотел тебе порекомендовать очень крутое приложение Амина. Амина – это крупнейшая сеть сообществ, в которых ты можешь искать и обсуждать абсолютно все, что тебя интересует. В каждом сообществе ты можешь найти огромнейшее количество информации, также там ты сможешь найти себе единомышленников. Я вот, к примеру, выбрал сообщество про юмор. Здесь я могу смотреть, чем занимаются участники сообщества, болтают в разнообразных чатах, читают посты, зависают в кинозале. Тут есть такие разделы, как блог-посты, можно проходить различные викторины или создавать свои. Также тут есть аудио и текстовые чаты, в которых могут общаться одновременно до сотни человек. А еще тут есть кинозал, в котором ты можешь проигрывать видео и при этом одновременно общаться в чатах. Также тут можно создать свой опрос, ну или пройти опрос другого пользователя. Ищите меня в Амина и добавляйтесь в друзья. Ссылку на это приложение ты сможешь найти, как обычно, в описании под этим видео. 18-й выпуск. Поехали. Брови, они сходятся вместе. Они пытаются соединиться. Это, короче, смотри, типа, знаешь, в СССР серп и молот, да? Серп с моей брови рисовали, смотри. Ты знойная блондинка, вот только... Нет. Здорово. Чё, как зовут? Кирилл. Меня зовут... Как? Да ты заебал. Этот... Из «Во все тяжкие», «Во все...» Вы видели «Один в один», типчик? Прикольно, братан. Походу импотент. С какого хуя я импотент, а? Нормально, братан. Здорово, пацан. Алик попался? Это Алик! Это девочка. Это девочка. Таня, смотри, мы его звали. Таня, это Таня. Снейлкик, что ли, смотри. Снейлкик, по-любому. А? А? Блять. Ха-ха-ха, это шутка, шутка. Как вас зовут? Александра Екатерина. Прекрасное имя. Аллах Акбар. Меня зовут... Приятно познакомиться. Ну, серьезно, как зовут? Меня зовут... Ой, почему забавно. Почему вы смеетесь моего имени, я не понимаю. Блин, это даже не выговоришь. Я уже даже знал, какие комментарии будут. Алик нашел двойника. Ой, сколько няшности. Когда сидишь в чат-рулетке часа три, и тебе пытается вот такая девочка. Это прям круто. Не надо, я сейчас все, прекращай, я смущаюсь. Как тебя зовут? Кристина. Меня зовут Приятно. Ты клевая. Куплинов! Нет, не Куплинов, пиздешь, не. Хотя похож. Сейчас стой, вот здесь знаешь, что сейчас должно быть? Здесь должна быть сейчас такая вставка. Это пиздец. Ты вот Куплинов, ты уверен, что ты не Куплинов? Подожди. Это пиздец. Это реально Куплинов. Это пиздец. Я не хотела на больное давить. Поможешь еще раз? Смотри. Что это за... Я тоже не понимаю, что это за херня. Я не понимаю этого! Битбоксинг.
Вышел заяц на крыльцо. Почесать свое яйцо. Сунул лапу, нет яйца. Так и со с крыльца. Красава, красава, базар нет. Да тихо, тихо, успокойся. Тихо, я тебя не знаю. Тихо. Я тебе покажу, ты по-братски это... Я тебе покажу. Я его забрать. Забрать, успокойся. Натура, вы что, как придурки, ты безбашенные? Пожалуйста. Видео. Ебанутый. Ебанутый. Остановитесь! Стратегия поведения. Ты, наверное, начинающий блогер какой-нибудь, да? Который думает, что он в чат-рулетке выложит это в Ютубе, нахуй никому не надо. У тебя 6 просмотров будет, блядь, и ты... Да? 6 просмотров, да, я угадал? Или сколько? Или... 7, да, хорошо. То есть, если я вдруг буду это все снимать, это на Ютубе будет набирать 6 просмотров? 8 просмотров. Хорошо, брат, хорошо. Это вы? Это я. Я сегодня кушал гречку, если честно. А вы что кушали? Курочку. Живую или мертвую? Расчлененную. Посмотрите, допустим, эта курица в прошлой жизни была немецким расчленителем, да, в концлагере. И в этой жизни она как бы стала курицей и попала в вас. Вы считаете, это заслуженная смерть? Для курочки? Для логики нашего разговора. Смешно, блядь, тебе? Мне смешно, блядь? Мне не до смеха, если честно, блядь. Я потому что ненавижу мясоедов, если честно. Я сам вот латентный мясоед внутри себя. Курица-то чё при чём? Ты, если бы ты самец, да, если ты самец, то жри нормальные там животные, ну, мужественные, тигры, я не знаю. Ну, ты засышь, блядь. И на твою санину придет не тигр, а гиена и сожрёт тебя. А курица здесь ни при чём. Извини, накатил. Вы гадкий человек. Что? Успокойтесь. Вы гадкий человек, извините. Почему? Просто мне не нравится ваш типаж. Вы хач. Чё ты там делаешь рукой, алё? Не знаю, просто когда я говорю слово хач, у меня, ну, нервы. Как тебя зовут? Антон из Волгограда. А вас? Вы за что боретесь? Вот вы просыпаетесь, и смысл жизни мужчины — это борьба. У меня биография Сталина, а он всех перегандошил, понимаете? Даже моего прадеда. Херак ты всё. Ебанул моего прадеда. Вот почему Сталин грохнул моего прадеда, а не ваш вот урод? Вот почему ваш урод выжил? Ну, урод, благодаря которому вы вот сейчас, вы живы. Вы выжили. И вы не цените этот дар, понимаете? Сталин все сколько перегандошил? Моего прадеда, понимаете? А вашего прадеда он не перегандошил, потому что вы живы. И ваш прадед размножился, понимаете? И продукт его размножения, его похоти, это вы. Пердящий микрофон, свой битбокс. Так если он твоего перегандошил, как ты говоришь, то ты почему жив? А вы знаете, вот когда... Ну там же разные были способы казни. Кого-то стреляли, да, в затылок. Кого-то вешали. А вы знаете, при асфиксии, ну просто при асфиксии, происходит возбуждение как бы детородных органов, чресел, хуя в простонародье. И финальное семяизвержение. Это как бы, ну, последняя попытка биологического организма размножиться, а вось залетит. И у деда залетело в проходящую мимо эту. И я жив в данный момент сейчас. А если бы у него не залетело, если бы она не залетела, я бы не был жив. И я горжусь. Горжусь тем, что я выжил. А вы не выжили. Вы как бы живой формально, но внутри вы мертвый. Пердящий в микрофон. Блюете. Раунд! Антон из Волгограда. Да. Я понимаю, вы в шоке. Многие мужчины не могут сдержать слез, общаясь со мной. Это нормально. Все-таки не зря я тер титьки. Впрочем, это уже совсем другая история. На этом все, это был 18-й выпуск чат-рулетки. Я трачу огромное количество времени, нервов и сил, чтобы найти в чат-рулетке что-то интересное и годное. Поэтому, если тебе не трудно, подпишись на канал, поставь лайк под этим видео и оставь какой-нибудь комментарий. И не забывай про колокольчик, это самое важное. Я читаю все комментарии, и мне бывает крайне приятно, когда человек оставляет что-то приятное, и когда человек понимает, насколько трудно бывает снимать эту чат-рулетку, и пишет мне что-то хорошее. Помогите мне добить 500 000 на канале, это будет вообще, это будет лучший подарок, это будет лучшая мотивация.
мотивация работать больше. Хотя и так из комнаты практически не выхожу. Подписывайся на мой инстаграм. Там я иногда оповещаю, когда выхожу в чат-рулетку и показываю в какую. Поэтому ты можешь зайти туда, увидеться со мной, если ты будешь реально крутым человеком, смешным, то ты можешь попасть ко мне в выпуск. Ссылку на инстаграм и на мой ВК я оставлю в описании под этим видео. С вами, как всегда, был я, меня зовут Алик, и я желаю тебе хорошего настроения, мой друг.